Президент Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение о повышении пенсии президента Азербайджанской республики инвалидам войны, сообщает официальный сайт главы государства. Согласно информации, с 1 марта 2018 года ежемесячная сумма пенсии президента Азербайджанской республики инвалидам войны будет повышена на 10%. Кроме того, Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении пенсии президента Азербайджана инвалидам событий 20 января 1990 года, согласно которому с 1 марта 2018 года ежемесячная сумма пенсии президента Азербайджана инвалидам событий 20 января 1990 года будет повышена на 10%. Не забудь подписаться на канал.